сегодня я пришел покушать на обед Папа Джонс пиццерию. На улице так холодно вообще, сыро. Да, что будем сегодня мы кушать? Какую пиццу выбрать? Смотрите. Сейчас буду выбирать пиццу. Друзья, я заказал себе цыпленок барбекю, вот такой, такую пиццу. И еще мы заказали, так, пепперони. Еще заказали чай. Чай черный. Как его? В этом чайнике, вот, не могу вспомнить никак. Ну, чтобы ждать свой заказ. Друзья, вот такой вот нас вид из окна. Что-то фокус у меня не налаживается. Так, погода меняется каждые 5 минут. Друзья, кстати, у меня новая прическа, если вы не заметили, я покажу. Вот, посмотрите. Спасибо. Друзья, принесли пиво и принесли чай. Листовой, кстати, черный. Сейчас чуть-чуть заварится и налью. Вау, какая красота. Смотрите, как вкусно пахнет. Просто обалдеть. А у меня какая курица. Просто обалдеть. Сейчас будем кушать. Друзья, очень вкусно. Друзья, очень вкусная пицца. Не ожидал даже, что так будет вкусно. Уже пол пиццы съел. Просто обалденно. Все, друзья, я скушал пиццу, но тогда объелся, как всегда. Ну что, друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо большое за комментарии, мне очень приятно. А за то, что вы подписываетесь, вдвойне приятней. Ну что, увидимся в Ютубе. Всем пока-пока.